Вот, испытываем второй экземпляр. Как Дима зовется? Петр Афинов. Год выпуска? 88-й. Или 7-й. Или 7-й. Ну подойди, расскажи. Так, работу показываем. Выхлоп. Так. Дима, сколько за год? 350, да? 400 рублей и долларов? Долларов. Ну сейчас проедем. Проедь, Дима, ты. Стена, терпи. Ну вот, господа, пойдите. Давай. Вот Тибот летит. Заезжаю в дворик.